Всем привет, дорогие друзья, с вами Лего, и это жизнь в бункере. Я слышал от разрабов, что немного изменили игру, ввели разные балансы, и теперь говорят, что стало чуть полегче играть. Не знаю, не верю я им, мне было очень тяжело играть в жизнь в бункере. Да, я в принципе с ними согласен, что нужно было немного изменить в этой игре что-то, потому что я даже не успевал, как бы вот на первой карте, на самом верху, поставить полы, чтобы все укрепить от обвалов. А тут у меня уже и на втором этаже руды 25 осталось, а здесь руды 187. Еще, насколько я понял, я сюда так и не провел коммуникации, да, я сюда не провел электрический кабель. Хотя нет, вроде проведено, а почему тогда не работает? Ну-ка, давайте посмотрим. Почему нету добычи? Так, давайте прочитаем. Буровая установка. Мигающая лампочка означает, что объект не получает электричество. Вопрос в том, что... А почему? Какой-то чувак пошел сюда. Что он пошел? Он просто сломался, наверное, да? Давайте сейчас посмотрим. Так. Нет, он только начинает это делать. Ё-моё, я понял. Все, теперь мусорщики сюда тоже начали ходить. Начали убираться. И подожди, товарищ, я тебя что-то до сих пор не понял. Ага, вот, нужно сколько еще доделать. Все, понял. Хорошо. Ребят, у меня есть еще интересная новость. Если вы хотите данную игру получить по каким-то конкурсам и так далее, под этим роликом мы должны набрать очень много лайков. И я постараюсь для вас, грубо говоря, получить ключики и разыграть. Допустим, на стриме, за репосты, неважно. Главное, чтобы это было как-то весело. Далее, поехали. Что у нас по исследованиям? У нас есть очки исследования, и у нас вроде как все изучено, да? Скорее всего, я, наверное, уже прошел, что ли, Life is Bunker, да? У нас не нужны никакие исследования. Что у нас по перемещение камеры? Это все хорошо. Некоторые люди у нас несчастливы, я бы так сказал. Уборщиков сделаем. Что у нас еще есть? Житель будет работать только на выбранных уровнях. Нифига себе. Наверное, скорее всего, вот сделали это обновление. То есть теперь можно располагать их по уровням, и они будут трудиться. Ладно. Что у нас с мусором? Мусор у нас теперь вроде как работает. Это меня тоже очень сильно радует. Некоторые ребята спят. Вроде как мусора теперь не осталось. Все очень хорошо. Агата Полиганова. Не может? Что не может? Не может бегать. Почему не может бегать? Хочет с кем-нибудь поболтать. Голодна. Хочет в туалет. Необходимо заняться спортом. Нифига себе у нее предпочтений. Я бы сказал, у нее очень много того, что она хочет. Что у нас здесь? Краткочел опять сгрызли часть кабеля. Ну где вы грызете этот долбанный кабель? Что еще? Уборщики у нас есть. Пускай еще инженеры тогда будут. Ты у нас будешь кем? Ты у нас будешь поваром. И, в принципе, вроде сейчас все становится на свои места. Так. Некоторые объекты отключены из-за нехватки воды. Ну, это бывает. Давайте заглянем, что у нас здесь на втором уровне. У нас здесь с водой проблемы, как я понял. Мини-реактор. Мусорный контейнер, в который они, кстати, очень быстро закинули мусор. Давайте построим еще один... Еще одну помпу, как я понял, да, производит 150 литров. Почему-то я ее не могу здесь воткнуть, потому что мне нужен хороший пол. Я понял. Водяная помпа снабжает жителей и объекты чистой питьевой водой. Можно построить только на бетонном полике. Ну что, бетонный полик сюда поставим. И, наверное, вот так вот мы сделаем. Отлично. За работу. Ну что, они там будут работать? Все, внизу добыча руды тоже появилась. Нужно срочно здесь еще помпу сделать. Так, сейчас мы остановим, он успеет пол сделать или помрет. Еда есть, нужно пшеницу сделать и рыбку. Чувак, нужно доделать срочно. Хорошо, пока вы будете доделывать,
Я вам скажу сделать помпу. Алло, почему я не могу сделать помпу на бетоне? Это же бетон. Бетон. 250 надо, да? А у меня... А, у меня строительных материалов нету. Кто-то накакал. Ну зачем так жестко гадить-то? И поэтому у нас с водой проблемы, да? Что-то я не верю, что прям столько не хватает помпы. Мигающая лампочка говорит, что объект не получает воду. Не получает воду. Не получает воду. Вопрос в том, откуда он ее должен получать? Вот с этим что-то я подзабыл. Жизнеобеспечение. Водяной щиток. Нет, водяной щиток мне не нужен. Очиститель воздуха. И большой очиститель воздуха. Хорошо. Помпа. Электрический щиток. Большой реактор. А может быть у нас что-то с электричеством здесь не так? В чем проблема-то? Так. Не получает. Почему не получает? Посмотрим коммуникации. Трубы же есть. Есть вроде. Вроде есть. А что они не получают тогда ничего? Что-то я немного не туда, по-моему, все настроил. Но ладно. Электричество-то у них есть. Хорошо. Ускорим и посмотрим. Опять я начал тупить. Ну что могу сказать? Васек я. Не умею играть в жизнь в бункере под водой. Так, вода, по-моему, стала набираться или нет? Нет, еще, по-моему, не стала набираться. Зачем, грубо говоря, я делаю эти трубы, я понятия не имею. А когда уровень кислорода на уровне падает ниже 20, то жители начинают чувствовать себя плохо, что может привести к печальным последствиям. Тут уже меньше 15. Так, у нас что там, новое рождение детей? А, это состарились уже, ребята. Хорошо, мы идем вверх, зайдем в инкубатор, еще сделаем людишек. Идем вниз тогда. Подождите, давайте посмотрим, как наши помпы работают. А, вот она помпа. Большой очиститель воздуха. И, в принципе, все должно работать. Помпа желтого цвета, да, выглядит. Вот еще одна помпа. Почему у нас... Так, большой очиститель воздуха. Кислород, кислород. Подождите, это же большие очистители воздуха. А зачем мне... мне просто не хватает сюда воды, я понял. А чтобы мне хватило воды, мне нужно построить большую помпу. Я просто ее не построил. Вот это я жарю. А чтобы ее построить... Подожди. Водяная помпа снабжает жителей объект чистой питьевой водой. Ну? Сколько мне для нее надо? 250. Давай еще нарубим. Нарубим руды по-братски. Ну давай же, где там? Почему не идет... Добыча. Опять что-то сломалось. Да сколько же... Сколько же незадач-то тут нужно решать? А я-то думал, что все тут будет очень легко. Так, я что-то не понял. Ты у нас что, уже все? Тогда демонтируем тебя. Во, здесь стала появляться вода, насколько я понял. Сразу чувак заходит, и нету воды. Давай-давай, ты должен здесь все замутить. Помпа. Так, 205. А, это за монтаж забрали. Хорошо. Почему ты до сих пор не работаешь? Я что-то понять не могу. Посмотрим. Повреждено электричество. Давай уже быстрее. Он хочет пойти починить, но у него не выходит. Из-за нехватки кислорода. Так, 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 так. Подожди, вот так вот. Жизнеобеспечение. И, наконец-таки, помпа. Все. Ты должен починить помпу и наладить здесь, да, добычу. Все хорошо, добыча пошла. Помпу, быстрее, нужно сделать помпу. Во, пришел чувак, запилил помпу. Запилил или нет? Че, опять не успел запилить помпу? Отлично, запилил помпу. Пошла водиться у нас в хату. Давайте посмотрим. Коммуникации, водопровод. С водопроводом все есть. С водопроводом наконец-таки разобрались. С горя пополам. Но у меня... Так, мусор. Хорошо. Мусор отходит. Строительные материалы тоже. Руды у нас вообще нету практически. А, мы ускорили задачу. И что, поехали сейчас копать? Смотрите, здесь еще мы можем, да, добывать руду. Это очень хорошо. Нужно вот здесь вот прокопать.
Вот таким вот необычным способом. Поехали. Мусорка работает. Водица поднимается. Ребята пошли работать. Что у нас там? Жители хотят помыться. Давай посмотрим, почему вы не можете помыться. Так, что у вас здесь? Почему все выключено нафиг? Алло? Я что-то не понял. Так, у нас... Теперь я понял. Нужно открыть дверь. Вот это я дал. У нас люди помирают. Я же открыл дверь, подожди. Вот эту дверь открыть. Вот эту дверь открыть. И по сути... Все, вот эту открыл. Нужно починить наш... Так. Приоритет по обслуживанию. Почините, пожалуйста, нам мини-реактор. Алло, техники. Техники, мать его. Где инженера-то? Подожди, а у нас что, инженеров нету? Раз инженер. Два инженер. Так. У нас уборщики есть. У нас просто некоторые люди померли, я понял. Все, поперло. Все заработало, все пошло. Все встало на круги своя. Хорошо, отлично. Что у нас? Жители вашего бункера голодают. Голодают? У нас овощей вон сколько. Сейчас мы попробуем сделать... Нормальную еду. Фермерство работает? Давайте посмотрим. Повар есть? Есть. Фермер. Два повара у нас есть. Один фермер. Инженер. Уборщик. Я что-то не понимаю, что вам не нравится. Хорошо, инженера туалеты работают. Мусорные контейнеры работают. Хранилище пусто. Главный вход в бункер опечатан. Через 50 циклов система автоматически разблокирует двери, когда атмосфера станет пригодной для жизни. Так, 50 циклов, 500 лет загрязнения после столкновения с кометой. Так, покинуть бункер. Вот в чем вся соль, да? Мы можем покинуть бункер отсюда. И, наконец-таки, выживем. А это что с ним? Он подустал просто немного, да? Так, давайте еще сделаем детишек. И... В скором времени сейчас начнем заниматься уже вот аквариумом очень хочется. Аквариум служит для разведения рыбы. Рыба содержит много протеина. Можно построить только на металлической решетке. Где металлическая решетка? Синяя плитка, красная плитка, бетон. Давай на красной плитке попробуем. Это вот это означает? Или что означает данная решетка? Сделать, пожалуйста. Пожалуйста, сделать. Где там работники? И вот этот порядок мне... Вот этот непорядок мне совсем не нравится. Вот эту можно закрыть. Отлично. А то они бегают туда-сюда. Так, хорошо. Есть еще нам, пожалуйста, вот рабочих обычных. Чтобы работали. Заболевание. Подожди, а у нас есть чувак, который занимает... Вот нам он нужен, вот этот парень. Он у нас есть. Поварёхи у нас есть. У нас фермеров нету, да? Нет, фермеры есть. Что он сделал уже? Отлично. Давайте зайдем в фермерство. Фруктовая грядка, это, конечно, круто. Не понял. Можно построить только на металлической решетке. А я где? Подожди, 50 надо. А у меня-то, хорошо. Вот, подожди, мы сейчас фрукты сделаем. Вот таким вот образом. Аквариум, грядки злаков, овощные грядки. Вот, на металлической решетке они имели в виду вот такую вот. Понял. А она как выглядит у нас? Металлическая решетка. Бетон. Вот же написано прям для ДЦПшников написано, что такое металлическая решетка. Давай вот здесь вот наделаем металлической решетки. Вот таким вот образом. Пока деньги есть. Так, и сюда нужно подключить нам коммуникации, электричество. Вот если я через эту подключу, работать будешь? Я надеюсь, что да. Ну-ка, давай сделай трубу. Где там мои работники? Подожди, а почему у меня... А, мусор кончается, а вот строительная руда почему-то не поднимается. Алло, у нас есть строители-то? Строители должны быть. Но что-то их не видно и не слышно. Объект фруктовая грядка построен. Я очень рад, что фруктовая грядка построена. Но что-то никто не хочет ее делать.
Обвалы идут. У нас, кстати, очень мало людей, кто занимается мусором. И очень много людей уже стариками стали. Нужно пополнять популяцию. Во! Фруктовая грядка. Отлично. Выберите тип хранилища. Руда. Хранилище. Материалы. Материалы. Мусор. Выберите тип хранилища. Фрукты. Фруктов у нас нету. А вот здесь у нас что будет? Фруктовая грядка. Вот, фрукты сейчас будут появляться. Хорошо. Дальше что у нас? Здесь у нас овощи. Отлично. Потом рыбку нужно будет сделать. И пшеницу. Вот вам, пожалуйста, сейчас мы разведем рыбоньку. Придется ее еще будет подключить. Фермерство. Фруктовая грядка. Аквариум. Вот так вот запилим аквариум вам. Какой вам только, ребят, рыбы я не даю. Что я вам только не делаю. А вам все не нравится и не нравится. Вот так вот. С этим хорошо. Строительный материал у нас идет. Дело все идет. Так, что у нас там все пиликает? Жители вашего бункера голодают. Вы издеваетесь, что ли? Так, что у нас здесь? Ингредиенты. Приготовление обеда. Свободен, свободен, свободен. Ингредиенты тупо овощи. И вместе будут получаться... Я хорошо. Фермер. Вот ты давай фермеры переделывайся. Дальше что у нас? Дальше ты вот в этого парня. Ты вот в этого парня. Ну и пока все. Нужно, чтобы новые рождались, людишки. Иначе мы сейчас все помрем. Все, аквариум поставили. Аквариум есть. Фруктовая грядка есть. Овощные грядок ожидают фермерство для обслуживания. Ожидает ожидание начала выращивания. Состояние 100%. И здесь фермер. Нужно побольше фермеров делать. А у меня людей не хватает, чтобы столько фермеров. Чтобы столько фермеров замутить. Хорошо. Отправляемся вниз. Здесь все в порядке у нас. Добыча идет, добыча идет. Нужно еще строить добычу. Причем срочным образом. Иначе опять помрем. Водяной щиток, помпа, большой реактор. Кстати, я уже забыл, а где? Вот она, буровая установка. Хоп. И самое интересное, что к ней нужно подключить электричество. Электричество. Провели. Осталось дело за работой. Так, у нас где спуск? Лифт сюда нужен. Ну, здесь у нас просто тупо добыча будет. И разрушаем вход под лифт. Поехали. Мне кажется, еще можно было бы прикольно сделать, чтобы вот из этой руды тоже бы что-нибудь добывали, когда они рубят. Было бы прикольно. Жители хотят помыться. А что, у них не получается, что ли? Все кабины работают. В чем проблема? Ну подумай, что-то старик. Вот он сейчас пошел, починил. Или пошел, помылся. Смотрите, сколько стариков у нас уже. Детишек нужно делать. Коек, кровати хватает. Развлечений хватает. О. Мусорщики нужны. Мусорщики. Так, эти есть. Нужно еще побольше людей сделать. Где дети идут? Как можно получить шишку и подскользнуться? Вот этого я не совсем понял. Так. Фруктовая грядка. Фруктовая грядка у нас скоро будет собираться. Так, мусор, это все понятно. А под фруктовую грядку, так, здесь у нас овощи. Где под фруктовую грядку, я уже забыл. Подожди, здесь овощи, что ли? Здесь овощи и здесь овощи. А вот здесь фрукты, хорошо. Фрукты наберутся. Нужно еще сделать хранилище под рыбу. Нету фермера, нету фермера, нету фермера. Подожди, а это вам кто? Стефан, где ты? Стефан Шаманур, мать его. Вот он. Стефан Шаманур. Что-то я здесь, по-моему, много сделал овощной грядки. Сюда я могу прикрепить какого-нибудь фермера? Или только один ходит? Так, он работает. Состояние 100%. Ожидает фермера для обслуживания. Вот, он пошел обслуживать. Состояние 100%. Все, наконец-то. Ну-ка, а дальше ты пойдешь делать? Что тебе опять не понравилось? Поспать решил? Или сходить куда-то? Душевая кабина. Мигающая лампочка означает, что объект не получает воду. А почему он не получает воду? Потому что некому починить ее.
Так, давай проверим. Нет ученых, возможно, есть свободный житель, который можно назначить на эту работу. Вот он, есть. Так, ты давай этим будешь парнем. Давайте посмотрим, что случилось. Что-то мне очень интересно в том плане, что... Не работает, он говорит. Коммуникации. Что не работает у тебя? Вода подается. Водопроводная труба подается. В чем проблема-то? А он говорит, что... Мегачлам считает, что объект не получает воду. Хм. Не получает воду, да? Может быть, еще одну помпу здесь сандалить? И посмотреть, что получится. И разъединить эти помпы. А лучше, знаете, что сделать? А лучше я вам сейчас скажу. Здесь 27% воды. Здесь 0%. То есть здесь уже не хватает, как я понял. Ну а один туалет работает? У нас что здесь? Туалет работает? Душевая кабина одна не работает. Поэтому мы ее сейчас уберем. Демонтируем. Вот это вот демонтируем. И поставим ее вот здесь. Душевую кабину. Чисто одну. Жизнеобеспечение. Душевая кабина. Так. И мы ее поставим, я не знаю. Мы ее поставим вот здесь вот. Отлично. Поставили. У меня такой дом получается. Вообще хрен пойми, где что находится. Что у нас там? Люди растут. На нижнем этаже более-менее все стало хорошо. Раскопки пошли. Здесь нужно починить. А починить я не могу, потому что не могу пройти, да? Просто супер. Так, давайте вот эту задемонтируем. Неправильно я сделал. Большой чиститель воздуха. Вот так вот мы задемонтируем. Вот я дал, конечно. Вот это вот тоже почистим все, чтобы не мешалось. И начнем уже копить на лифт. На лифт. На другой этаж. Где он у нас? Лифтер! Вызывай лифтер! Хранилище, мусорный контейнер, холодильник. Где, мать его, лифт-то? Лифт. 250 надо. Ничего, накопим. Жесть. Везде нужны деньги. И причем очень сильно. И руда нужна. О, чувак пришел демонтировать. Сейчас задемонтирует и там доделает. Все нормально станет. Мне так кажется. Косячу просто на каждом, ребят, шагу. Просто какой-то профессионал по косякам. А что у нас? Добыча-то остановилась. Давай-ка побыстрее добычу. Во. Подожди, нет. Стало. Что, здесь воды не хватает? 246, 245. Здесь починить нужно срочно. Подожди, а у нас что, некому починить? Инженеришки. Нам нужны инженеришки. Они должны прийти вниз и починить. Инженеришка, где ты там? Иди-ка на второй этаж. Подожди, а какого цвета? Житель будет работать только на выбранных уровнях. На втором. Иди на второй и работай на втором. Нужно все чинить здесь. И все, ты так типа поработал? У меня только один инженер, это так печально. Давай-ка тоже на втором поработаешь. Я схитрю. Из-за этого не добывается ничего. Почините уже внизу, пока с кислородом все в порядке, Алёши. Иначе мы помрем сейчас так. Наконец-то они пришли. Тут и так все поломалось. Осталось помпу сделать еще. Может быть, вы доделаете помпу? Или так и будете ходить, как бесы? Ну вы бесы, ну вы бесы. Почини вот эту шляпу, пожалуйста. Зачем ты долбанный лифт ремонтируешь? Помпу, чувак, помпу. Ты должен починить вот эту помпу. Будь мужиком, пожалуйста. Ё-моё. Ты серьезно? Ты ушел вообще отсюда? Ты решил не ходить, да, сюда? То есть просто помпу оставим и хорошо. Четко ребята работают. Сразу видно. Пацаны в топе. Там на первом этаже что-то все умирает. Но ничего страшного. Я надеюсь, они додумаются сейчас сюда прийти. И подачу воды сделать. М?
Алло, техники, техники хреновы. Так, пойдем на первый этаж. Я тут тупанул немноженько. Тут у нас жесть творится. Я тут чуть всех не убил сейчас. А кто-нибудь может еще быть энергетиками? Так, не можем сделать. Хорошо. Вот, давай. Реактор нужно запустить. Отлично. Запустили. Сделаем еще детишек. Вот это я лоханулся, конечно. А инженеры есть? Есть. Так, у нас ни одного уборщика нету, как я понял. Давай, вот ты будешь уборщиком. Ты будешь уборщиком. Так, строитель у нас один. Хранилище строительного материала переполнены. Так, подожди. Хранилище, чтобы продолжить производство строительного материала, нам нужно больше хранилищ. Хранилище строительного материала переполнены. Это каким-то образом они, интересно, переполнены. Если 244, вот, пожалуйста. Так, а какого? Вот, пожалуйста. Ничего не переполнено. Ты что, меня обманываешь-то? Переполнены. Так, как там внизу-то дела идут? Нормально? О-о-о, чувак здесь там кого-то побил. Пошел, собрал ресурсы, ушел. Переполнены, говоришь? Сейчас я тебе лифт воткну. И будет тебе счастье. Так, лифт. Где лифт? Вот лифт. Пожалуйста. Пожалуйста. Вот вам. Так. Что у нас здесь? Вот этого этим парнем тогда. Вот этим парнем будет работать. Ты у нас кем будешь работать? Ты у нас будешь фермером работать? Ты у нас тоже фермер? У нас будет много фермеров. Хорошо. Ты будешь вот этим парнем работать. Ну и... Подожди, а сколько у нас строителей? Хорошо. Один инженер. Нормально. Все, вроде пошло дело. Все, здесь рыба пойдет сейчас, да? А, фрукты пойдут, наконец-таки. У нас как раз есть хранилище под фрукты. И ферма, может быть, с аквариумом попрет. Что-то нам нужны еще люди. Люди идут. Почему у нас мусор так плохо работает? А что-то не понял. Давай еще-ка ты вот этим мусором будешь заправлять. Ты тоже будешь мусором заправлять. Ты тоже у нас будешь мусором заправлять. А что с ним случилось? Они что, сразу стариками стали? Мусора здесь уже хреново туча. Нужно убирать мусор. Не справляться, не справляются люди. Нужно побольше людей сделать, чтобы мусор шел. А что у нас там внизу? Не работает. Ясно. У нас здесь какая-то жесть происходит. И что сюда надо? Мигающая лампочка означает, что объект не получает электричество. А как их выселить отсюда? Надо, чтобы они пошли вниз и начали воевать. Иначе нам хана. Иначе нам просто хана. Давай-ка еще детей. Так. Мусорщики потихоньку все убирают. Это радует. Почему? Что вот с этими случилось? Все, они постарели? Так быстро? Все завалы сейчас уберут и пойдут вниз, наверное, убираться. Все, по мусору вроде более-менее нормально стало. Единственное, что все сейчас ломается и... Во-во-во, пошли вниз. Все, пошла битва здесь. Битва с пацанами. Вот это убирайте у них. И отлично. Здесь тоже мусора надо подубрать. Строителей еще нужно сюда завести каким-то образом, чтобы они починили вот эту штуку. Подожди. Воду вот так сделаем, как я понял, да? Почему они не хотят ничего делать? Где у нас... Подожди, у нас ни одного нету пацана. Давай ты будешь. Вот так вот мы сделаем. Так, у нас механик есть? Механиков нету. Все, я просто не уследил опять. Идем вниз. Починили здесь, нет? Лифт ты сделал, молодец. Может, ты помпу сделаешь? Может быть, ты помпу замучишь, чувак. Нам реально нужна помпа. Так, еще вот этих сделаю. Уборщики есть, у нас нету повара. Это очень плохо. Исследователи есть. У нас нету фермера, да, нету фермера. Инженер только один. Уборщик один, два строителя. Ну вот все, сейчас более-менее нормально. Жестоко. Наконец-таки у нас стали появляться фрукты.
Теперь в рационе будет получше, да? Так, у нас теперь, смотрите, бонус плюс 20. Еще нужно срочно, чтобы аквариум сделали. Так, я думаю, что вот эту штуку мы нафиг задемонтируем. Она нам вообще не нужна. Все, то ее мы убираем. И туда лучше поставим... Подожди, у нас рыба будет? Пшеницу мы туда поставим. Только на какие шиши, я не знаю. У нас строители как бы там чего, что-нибудь начнут делать или нет? Так, и давай вот этим пацаном становись. А что у нас так плохо с рождаемостью? Нам нужны взрослые люди. И причем очень много. Так, здесь все убрали зато, мусора нету. Исследовательский центр нам теперь нахрен не нужен, мы его демонтируем. Зачем он нам реально нужен, если от него толку вообще нет никакого? Мы все исследовали, абсолютно все. Все исследования есть. Нам лучше сейчас пшеницу сделать. Сколько? Загрязнений уже очень мало. Мы скоро пройдем игру, кстати. Мы скоро свалим из бункера. Так, еда есть. Фермеров бы побольше. И все станет на круги своя. Руды нету, строительного материала нету. Что у них там? Нет инженеров. Что, уже нету инженеров? Вот инженер, пожалуйста. Есть один инженер, есть второй инженер. Но нету повара тогда. Два инженера есть. Что здесь? Везде все ломается. Очиститель воздуха сломан. Нам нужны детишки. Когда они вырастут уже? Вот это что? Возраст. Детям и пожилым жителям невозможно назначить профессии. Давайте уже быстрее вырастайте. Только как-то странно, почему 7-летний может работать, а 14-летний нет. Значит, 14 лет это уже много. А вот 2, вот по нулям есть чуваки, вот с ними нужно как-то разбираться. У нас есть уборщики? Есть. У нас есть строители. Это хорошо. Подходит. Пробирочка делается. Так, а у нас нету... Вот тебе лучше вот этим нужно назначить. Все, ты у нас будешь лечить. Повар нам нужен. Пожалуйста, повар. И фермер вот нам нужен. Хорошо. Еще один фермер. Уборщик нам нужен. Вот из механика мы сделаем фермера. И один строитель. Все, более-менее нормально. Более-менее выживаем. Что у нас здесь? Дела идут хорошо. Вы бы еще с аквариумом бы... А, я понял. Нам нужен склад под аквариум. А чтобы сделать склад под аквариум, нам нужно... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, склад нам нужен вот такой. Это холодильник нам нужен, точно. Нам нужно сделать холодильник. Хранилище. Холодильник. Давайте сделаем сразу вот здесь вот под рыбу холодильник. Вот таким вот образом. Инженера есть? А то жесть какая-то пошла. Так, новые дети рождаются. Ну что, подведем сюда коммуникации. Вот таким вот способом. Всего лишь одну линию нужно сделать. Давай, давай, делай. Поверхность очистилась и стала вновь пригодна для жизни. Ваши жители могут наконец-то покинуть бункер и начать заселять планету. Покинуть бункер, ребята! Мы прошли игру. Покидаем бункер. Это просто супер. А я хотел еще поразвиваться. Да! А почему игру не показывает? Заставку, ребят, не показывает. Там заставка идет. Лол. Игра не захватывает заставку. А заставка прикольная. Life in Bunker, разработчик Flock Studios. Ну что, мы прошли игру, ребят. И это круто. И это круто. Ну что, не забываем ставить лайки, подписываться на канал. Жизнь в бункере пройдена. Если наберем много лайков, подгоню игрушку через, не знаю как, по конкурсам, репостам, как обычно, наверное. Ну и все. Особая благодарность тем людям, которые эту игру сделали. Почему вот она сейчас не показывается, картинка, я не знаю. Но якобы люди вышли из бункера и радостно. Игрушка сделана с помощью Unity. С вами был Лего. Всем пока-пока.